Сегодня в меню – блины по-ленинградски. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйцо – 2 штуки. Соль – 1 треть чайных ложки. Сода – 1 четвертая чайных ложки. Сахар – 1 столовая ложка. Кефир – 500 мл. Мука – 12 столовых ложек, без горки. Растительное масло – 2 столовые ложки. Блины по этому рецепту считаются хитовыми. Благодаря тому, что готовятся они на кефире, они получаются нежные и дырчато-воздушные. Приготовить блины по-ленинградски можно и как самостоятельное блюдо, и для любых начинок. А если хотите блины послаще, добавьте больше сахара. Подготовьте все ингредиенты. Взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте кефир и соду. Частями добавьте муку. Количество муки указано, как в оригинальном рецепте. Здесь же ушло не более 4-5 столовых ложек, это может зависеть и от размера яиц, и от жирности кефира, поэтому ориентируйтесь на свою густоту теста. Главное, чтобы тесто оставалось блином, то есть полужидкой консистенции. В самом конце добавьте масло. Тесто готово. Разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и равномерно распределите тесто. Таким образом приготовьте все блинчики. Блины по-ленинградски готовы. Простой рецепт очень вкусных и нежных блинчиков на кефире. Такие блины можно подавать самостоятельно или с любыми начинками. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!